Всем привет, с вами я Савонтий, вы смотрите канал своими руками. Этот ролик я назову «2 года со спутниковым ресивером Yuclan Denis H265». Мой первый ролик по Дениске, так я его называю, вышел ровно 2 года назад, в марте 2017 года. А обзор модели обновленной Denis H265 Pro и Pro Combo вышел чуть позже, через год. Ролик был в феврале 2018 года. Вот этим комбиком пользуюсь лично я уже на протяжении года. ПО у этих ресиверов абсолютно одинаковое. Только в этом добавлено еще из-за второго тюнера ТТ2 и кабельная часть. Вот пульс этого ресивера, которым я пользуюсь каждый день. Он нигде не лопнул, не сломался. Ну да, естественно, затерся немножко, ничего страшного. Все кнопки целые, нигде не стерлась ни одна надпись. Ни одна кнопка у меня не перестала работать. У меня собака, у меня кот, никто его не съел, никто его не сломал. Садились на него несколько раз, но он крепенький, живучий. Итак, обзор ресивера после 2-годичного использования. Что же изменилось в ПО, какие нововведения? По моему мнению, в данной ценовой категории Денису нет равных и нет конкурента. Потому как за 2 года этот аппарат стал не только спутниковым ресивером, а полностью универсальным комбайном. Он работает как со спутниковой частью, комбо-версия также еще и с кабельной и с Т2 частью. Но еще и очень хорошая интернет-мультимедийная приставка. Вот посмотрите, в каком еще аппарате есть такой быстрый лаунчер, в котором сделали кучу приложений и дополнений. В первом моем обзоре там было всего лишь навсего 3 приложения. Сейчас их добавили, посмотрите, сколько много. В каком еще ресивере пользователь может поменять загрузочный интерфейс, вид меню, обои в фаст-лаунчере, а также в главном меню? Все делается очень легко. Заходим в главное меню, в OSD настройки. Выбираем картинка фаст-ланчера. У вас может она лежать либо на диске на USB-шном, либо на FTP сервере. В моем случае это мой компьютер. Выбираю фаст-ланчер, выбираю картинку и выхожу в меню. Вот вы можете видеть, поменялась картинка на синюю. Опять захожу в настройки OSD, захожу в настройки фаст-ланчера, выбираю картинку и опять выхожу в меню. Вот вы можете видеть, опять картинка изменилась. Точно так же меняется и фон меню, а также иконки приложений. В данном ресивере, первом среди других аппаратов, сделали возможность приема со спутника Т2 MI каналов и мультистрима. Вот вы можете видеть. Идет прием Т2 MI каналов. В том числе и ZenBuddha. Вы можете видеть, какое меню. Меню с пиконами, то есть логотип канала отображается рядом с каналом. Можно менять вид отображения каналов. Выбираю синей клавишей режим списка, и вот у нас меняется отображение каналов. В один столбик, в два, в три, а также вот в такой вид с пиконами. Также есть электронный программный гид. Также красиво отображается. Тоже имеет несколько видов. Вот перейдем на канал, где есть электронный гид. И вот можете видеть, либо в таком виде, либо в таком. Двигаемся по передачам. Горячим клавишам также назначены функции. Все очень легко и просто. На каком тюнере в данной ценовой категории вы такое видели? Все передовые функции и возможности всегда появляются на данной модели одними из первых. За 2 года добавилась поддержка редактирования каналов редакторами каналов для ресиверов на Enigma 2. То есть вы можете не в редакторе каналов редактировать их,
хотя и здесь все легко и просто. Но также можете редактировать все это в программе. Нужно программу установить на ваш компьютер, скачать список каналов и там уже все редактировать. И потом заново переместить этот список каналов в ваш спутниковый ресивер. Я напомню, что ресиверы на Enigma 2 стоят в 2, а то и в 3 раза дороже этого Дениски. Посмотрите, сколько добавилось функций. Автозагрузка M3U. Здесь вы можете просматривать самообновляемые листы. Также здесь есть электронный программный гид, как вы можете видеть. Добавлена поддержка сталкер-порталов. Но не только сталкер-порталов, а и новая система министра. Это последняя версия порталов. Точно так же вводите настройки и наслаждайтесь просмотром. Не только телеканалов, но есть еще и видеоклубы. Сталкер-порталов можно добавить очень большое количество. Также есть IPTV проигрыватель. Не только самообновляемые плейлисты, но и другие плейлисты. Плейлисты ваших операторов. Входите, можете нажать кнопку «Инфо», и вам доступна загрузка плейлистов с ваших USB накопителей. Вот кнопка 2, импорт с USB накопителя. Можете видеть, у меня сейчас 5 плейлистов загружено. Нажимаю 2, выбираю флешку, либо где у вас там лежит этот плейлист, и загружаю с нее лист. Отлично, рабочий YouTube. Загрузился, клавишей Option вызывается клавиатура, и вы набираете здесь все, что вы хотите. Полностью рабочий YouTube. Можно выбрать настройки, качество видео, какое будет воспроизводиться, а также выбрать страну для поиска. Также доступны листы Extreme IPTV. Также вводите настройки и смотрите Extreme IPTV. Посмотрите, сколько кинотеатров добавлено в меню WebTV. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 кинотеатров. Уже в прошивке. Где вы такое видели на других ресиверах? Они ставятся через пень-колоду, через плагины на ресиверах на Enigma 2. Здесь же они уже идут в прошивке. Все рабочие. Быстро загружается. Разбито по категориям. Сами можете видеть. Также польский кинотеатр, кинотеатры для взрослых. Также здесь добавлено приложение YouTube с авторизацией. Добавлена поддержка телепорт совместимых OTT-сервисов, таких как Наше ТВ, Родное ТВ, Родное ТВ Ирландия, Топ ТВ, Телепром, Балтик ТВ, Озо ТВ, Панорама ТВ и других OTT-сервисов. Эта функция будет полезна для тех, кто живет за пределами СНГ. Также вводите настройки и наслаждайтесь просмотром. Также есть интернет-радио, разбитое по категориям. Погодный информер. Медиапроигрыватель. Проигрыватель с USB накопителей, а также с вашего сетевого диска. Вот можете видеть. Эти файлы лежат у меня на расшаренной папке на компьютере. Что-нибудь запустим. Доступна перемотка. Все работает. IPTV каналы оператора. Если ваш провайдер предоставляет такую услугу, то вам не нужно докупать отдельную приставку. Вы вводите сюда настройки вашего оператора, ну и также просматриваете их. Как я уже сказал, доступно большое количество добавления всяких приложений. Клавиша Option, добавить ресурс. И вот вы можете видеть, какие вы можете добавить еще приложения. Зачем вам глючные какие-то приставки на андроиде, которые зависают? Эта приставка заточена для получения удовольствия от просмотра.
При выходе нового ПО ресивер сам спрашивает у вас, загрузить ли новую прошивку. Вам не нужно искать в интернете, по форумам, когда же выйдет новое ПО. Он сам предложит вам загрузить ее. Также есть архивирование восстановления. Здесь вы можете загрузить список каналов с популярных спутников. Также не нужно ничего сканировать. Загрузили, удалили лишнее, наслаждайтесь просмотром. Вот вы можете видеть обновление прошивки, обновить с USB, обновить по интернету. Нажимаем «Подключение к ресурсу», это обновление вручную. И вот вы можете видеть последняя версия ПО, нажимаете «ОК» и загружается обновление. Вот извещение о новом ПО. Включить либо выключить. Ресиверы модели Denis – это ресиверы с расширенными функциями. Благодаря операционной системе Linux, богатому опыту и неустанной работе, программное обеспечение ресивера от Uclan развивается очень быстро и более чем обеспечивает потребности современного потребителя. В совокупности со всеми его возможностями, с качеством изображения, удобным меню, а также доступной ценой, данная модель выглядит очень привлекательным выбором и фактически одним из немногих действительно интересных продуктов на рынке, не имеющий на данный момент конкурентов данной ценовой категории. Если ты хочешь приобрести данный ресивер, но не знаешь, как его настроить, хотя здесь настройки очень простые, пиши на электронный адрес, я вам настрою под ваши потребности. Спасибо за просмотр, всем пока!